Рассекая холодные речные воды, ярко-оранжевые лодки везут с теплохода в Енисейск первые группы путешественников. У каждого из туристов свои интересы, поэтому они сразу разделяются и отправляются знакомиться со старинным городом. Наталья Перова – фотограф. Она приехала из Коломны. В Сибири надеется отснять серию красивых фото эпичных пейзажей. Но и архитектура Енисейска ее тоже впечатлила. Мне кажется, очень интересные кадры, красивый город, ваш город. Центр, церкви красиво отреставрировали, и фотографии, я думаю, получатся очень четкие и красивые. А вот Евгения Ильинович – многодетная москвичка. Опытная мама сразу же обратила внимание на городскую школу номер один. Она находится в старинном здании мужской гимназии. Евгения говорит, таких даже в Лондоне не часто встретишь, не то что в Москве. Школа очень запомнилась, потому что не в каждом городе есть такие замечательные школы. Фактически, не знаю, это выглядит как лучшая школа частная в Англии. Вот у меня просто 5 детей, меня очень впечатлила школа. Подумал, как бы замечательно, если в Москве были бы такие здания. И только русские придумали в одной упряжке два разных аллюра лошадей. Коренник идет всегда рысью, пристяжные идут галопом. Не осталось без внимания гостей и подворье ямщика. Орловский рысак и коллекция современной и старинной конной упряжи помогли им окунуться в атмосферу 19-го столетия. Но, конечно, больше всего гостей из Центральной России впечатлили деревянные дома, срубленные еще до революции. Таких уж точно не встретишь больше нигде. Вот это деревянное зодчество, которое сохранилось, оно, на мой взгляд, очень важно его как раз сохранить, потому что это же ремесло. Это как раз тоже фактически искусство. Вот, поэтому очень важно его сохранить. И я думаю, что вот государство должно сильно заняться и выделять средства для восстановления, для реставрации, для сохранения этой красоты. Маленький Енисейск подарил гостям много больших и ярких впечатлений. Путешественники отправились дальше на север, а старинный город уже готовится встречать новые туристические группы. Андрей Давыдов, Динар Салимов, Енисей, новости.